Перемещимся с вами на Украину. Надо сказать, что украинская культура, особенно в 17 веке, оказала огромное влияние на формирование всей более поздней культуры. Во-первых, через Украину, как мы знаем, западная музыкальная культура проникала в 16 веке. Вот вишевая поэзия, вишевые духовные стихи, портетная музыка, гармоническая музыка, она приходила оттуда. Еще в начале и середине 17 века она приходила из Киева, Печерской лавры, из Почаевской лавры. Монахи приходили, которые приглашали туда в Москву и приносили с собой вот эти знания, вот этот новый, как мы сейчас сказали, новую музыку, да, новую музыку. И сейчас духовные стихи украинские представляют собой вот эту очень красивое соединение вот этого звука, открытого, очень густого, очень свободного, и вот этого гармонического такого мышления. У нас в ансамбле один из педагогов наших, это Наталья Серпина, она фольклористка, исполнительница из Киева, человек очень известный, очень хорошая певица. У нее сейчас самый концерт в Петербурге. Ну вот два духовных стиха, которые она сделает с нашими ребятами, они споют. Они не относятся ни к Рождеству, не относятся ни к Николаю.